Это мой дедушка мне подарил. Сабля или катана? Да, мой дедушка мне подарок сделал. Да ты чё? Ну классно. А он с Литвы старый. Из Литвы? Мой дедушка уже старый. Угу. И он мне оставил там еще, знаешь, автоматов. Вот это, там еще то, знаешь. Дай. Ну, автоматы мне уж не показывай, а то, не знаю, там какой-нибудь милиция придет. Как? Я шучу. Откуда автоматы-то? Я не расслышал, что вы сказали. Автомат откуда у дедушки? Ну, дедушка мне подарил. Как война была у него, все было. Да, с войны еще остались, шмайсеры. Ну, у него там есть, я не знаю, мне показал. И он мне говорит, это, говорит, как... Вот, знай, как играйся, типа, знаешь. Ну, понятно. Ну, хороший дедушка. Он мне подарил это, говорю, хорошо, спасибо. А ты откуда? И потом... Я? Ага. Я с Прибалтики. Из Прибалтики, да? Да, ну... правильно. Что-то... А я подумал, что ты с Кавказа, потому что у меня тут значок такой Российской Федерации почему-то высветился. Не, я, да, я с Прибалтики, но живу в Южной Ирландии. И живу я здесь уже 10 лет, да. В Южной Ирландии даже живешь. Ну ты меня совсем запутал, дружище. Ну да, видишь, мы как европейцы, мы можем там жить, мы что хотим, то делаем. Кто вы? Европейцы, ну как, Европа европейцы. У нас, знаешь как. Ну, слышал, есть такой еще континент под названием Европа. Ну да, Европа. Ну и вот, мы куда хотим, туда ездим, что хотим, то делаем. Ну, по национальности ты, наверное, все-таки не литовец. Национальность. Ну, нет, да, правильно вы угадали, я не литовец по национальности, да. Вот. Мне кажется, что кавказский кровь в тебе есть, да? Не угадали. Да ты чё? Не, вообще мне ту сторону даже. Нет, просто похож на наших кавказцев, извини, дружище. Не, может быть, я вообще рад. Я вообще рад, что на русского похож, мне это, знаешь, как говорится, блин, сердце радуется. О, как. То есть, ну, интересно, то есть русские нынче как-то котируются, да? Ну, знаешь, как у нас, мы вот, ну, как-то любим, и которые, знаешь, вот, скажем, литовцы, да, вот литовцы, ну, как мы вот, мы вот, скажем, любим Россию, потому что она, блин, нормальная страна для нас. Другим, может, она что-то не то, но она нормальная. Понятно. Есть у нас родни тоже в России. Ясно. Есть и там. Ну, ты так, в общем-то, в целом хорошо по-русски говоришь. Ну да, спасибо. Я на 5-6 языков разговариваю. Ну, для Европы это надо, на самом деле. Французский там, немецкий, английский тем более, что-нибудь такое немножко. Да. Жепар, самый главный английский. Да, говори. Самый главный английский, вот, что знаю, это нормально. Угу, понятно. То есть в Ирландии... С какой девушкой познакомишься, то и наберешься. Ну, то есть ты в Ирландии живешь, да? Да, уже 10 лет я здесь. То есть, ну, Ирландия это часть Англии, Great Britain, да? Правильно, о, правильно. Вы знаете, а другие, в общем, зеленые, блин. Зеленые. Ну и что там, Ирландия будет отделяться от Англии или не будет?
А не знаем, она выкинет нас или нет, а не знаем. А то Англия же хоть Брексит устроила там. В общем-то. Да, правильно. Вы все видите, знаете, вы это новости, все знаете, вы все видите, да. Этот Брексит ебаный, козел. Но они все равно боятся русских, блядь. Если Россия пернет, блядь, у них нахуй горит, блядь. Ну, чувствуется там, да, что они там всякие байки придумывают про Скрипаля, про эти вот, да. Да, да, я бы что и говорю, что они боятся от России, блядь. Что не будет нахуй давай дружить, Россия, давай дружить, блядь. С Путиным, блядь. Хочет дружбу начинать они. Ну, как-то странную дружбу. Все больше санкций вводят в нашу сторону, понимаешь, все. Больше опасаются, делают вид, что страшные русские. Но все равно они, блядь. Вот, например, где бы ты ни был, да? Ну, хоть бы, скажем, в тюрьме. В Англии, да? И скажи его, что ты русский. И они, о, ты русский. Так знаешь, как человек как с русским, вот, блин, не знаю, ноги целовал бы ему. А скажи, блядь, другой какой-то, блядь, похую, все. Поэтому все косят под русских, да, я так понимаю. Все выходцы из СССР, да? Да, все под русских ходят. Нет, я отмазываюсь с русскими, если что. У меня отмазка... Если что, давай позвони своему отцу, блядь, Путину. Понятно. Они говорят, а что тебе, говорит, отец Путин? Говорю, да. У нас у всех отец все Путин. Мне... А все хочешь ноги мне целовать здесь, блядь. Ну, ты что-то совсем сказки рассказываешь, я даже не знаю. Возьму тогда и к вам тоже перееду, раз там так русских любят. Я тебе не что любят, а боится их. Ну, понятно. Но с другой стороны, я думаю, пускай уж лучше боятся, нежели ноги вытирают об нас, понимаете, как вот раньше было в время Горбачева. Вот это вот и есть. Это нам уважуха. Если нас боятся, значит нам уважуха. Ну, согласен с тобой. Потому что, ну, чем быть подстилкой какой-то там у этих вот американцев. Вот. И мой батяня говорит то самое. Да. Сынок, учись. Ну, это просто либо-либо, вот, другого нет, не дано. Либо уважают и в какой степени опасаются, либо ты подстилка, да. Как там вот та же самая Украина там, или там та же самая Прибалтика. Вот. Как их, кем их считать? Ну, вот. Да, да, да. Ну, у нас вот Прибалтика, и они все равно боятся русских. Тоже литовцы, знаешь, как говорят, сыт в трусы не делает пиву, блин. А они сыт в трусах и делают пиву. Понятно. У тебя там детка бегает, да, сзади? Да, у меня тоже. Ну, я здесь приехал. Ну, она первая здесь приехала, потом я приехал. Я думал, что не приеду здесь, знаешь, не впустят меня. А я через Дублин и здесь. Понятно. А ну, через Дублин как едешь, и там нету ничего. Можешь так прямо ехать. Автобус взял, 20 фунтарей стоит, и с Дублина прямо здесь. Все. Понятно. Ну, меня Сергей зовут. Ну, мне приятно, Сергей, меня Алексей зовут. Алексей, да, хорошее русское имя, Алексей. Ну, как по-литовски Алексас, а по-русски я не знаю, как у вас. Ну, Алексей, Алексей, наверное. Да, Алексей, да, так и есть. Вот, я из Новосибирска. То есть, ну, из, приятно мне. Из центра России. Новосибирск, а где-то, блин, моя родня там живет. Где-то недалеко цыгане какие-то там, знаешь. А, понятно. Ну, тебе скажу, цыган много. Много цыган? Да, здесь в Новосибирске есть цыганские районы такие, райончики, улицы. А-а-а. То есть, ты по национальности цыган, да? Понятно. Ясно. Да, тогда да. Точно все совпадает. Ага.
Действительно, образ Я такой. цыган, натуральный цыган. Отец цыган с бородой такой ходит, блин, да. тоже у него борода такая. Ну же он уже старый у меня отец. Угу. 10 братьев у меня. Ух ты. Все женатые уже. Да. Семью навели, кто-то куда понаехал. Ясно. Кто, блин, в эту в Германию, кто там в Исландию, кто еще куда-то. Все понаехавшие. Все живут, светлые убегают. Понятно. Ну и слушай, как вы там это самое, как-то диаспорой живете? В смысле, как? Ну, русская диаспора, цыганская диаспора. Ну, как сказать? Ну, какое-то сообщество такое, как бы. Друг друга поддерживаете или не очень? Где? А, ну, в Англии вот. В Ирландии. Общаетесь между Знаешь, собой? Знаешь, как есть? Знаешь, как есть, я могу сказать. Может, у русских так и есть. Значит, например, вот литовец здесь, и еще вот как вот, например, ну, литовцы, и еще литовец, да, скажем, угу. и встретились они. И, блин, они готовы друг другу, блядь, не знаю, пригрестись, блядь, как. Они здесь, блин, как, не знаю, как кот и, блядь, собака. Да, то есть друг другу не помогают, не общаются? Нету так, как у русских. Нет, и, ну... в общем-то, вот я, да, вот, ну я цыган, но я, если, блин, увижу кого-то, что ему плохо, там, он не имеет работы, например, там, или что, я помогаю, например, но я такой человек. А другие не. А ты, блин, не работаешь, плохо тебе. Все. Вот ты, блин, с моей страны, Литовец тоже, например. А тебя не, с одного города еще, блядь. И то похуй. Угу. Просто... Нету. Ну, то странно, странно. На самом деле, вот у нас же в России тут выходцы из Азербайджана есть, из Армении, из Грузии. Они между собой как-то все кучкуются, друг другу помогают. Вот. О, видишь? Вот. А мы как-то вот в России живем, ну мы как-то, ну так, кому-то помогаем, кому-то нас, как говорится, мы свой народ, да. А когда приезжаем да. куда-то в другую страну, там тоже происходит такое, что русские там кучкуются вроде так и друг другу помогают. Общаются. Ну я да, понимаю, это не вот. У нас только так. Цыгану это помогает. Ну это хорошо, это по-человечески, это понятно, по-христиански. Цыгану помогает, например, цыган вот, не имеет там кушать или что, ему, блин, кушать там отдадим, или там с деньгами поможет, какая, такая, знаешь. Но все равно он же наш. А с литовцем и не, литовцами такие люди, знаешь как, с тобой хорошо, а за спиной, блин, твоей. А что, европейцы не такие? Не, может, ну мы... я потому и говорю, что русский так им еще далеко-далеко до русского. Русский, как русский человек, например, да, он говорит прямо все. А здесь все такие, блин, как козлы, как эти, блин. Как их называть? Этот фильм Маугли видели вы, наверное, да, этот мультик? Да. Ну, и это как его, блин, шакалы, во, шакалы. Шакалы, да. Ну, вот такие они и есть. Ну, я ничего не говорю, которые есть нормальные, да? Которые есть нормальные, а как вообще эти такие там... Ну, всякие есть, знаешь. Понятно. Ну, еще такой вопрос. Скажи, пожалуйста, а кем работаешь, где работаешь? Ну, сейчас скажу тебе, блин, работаю в фабрике, угу. и в неделю получаю 500. Пятьсот как фунтарей. Фунтарей? Понятно. Да. 500 фунт. Понятно. В неделю. Каждую пятницу получаем эти деньги. На карточку. Ну, хорошая цифра, если перевести даже в рубли, там,
Не знаю, как на эти деньги-то жить-то можно, хорошо, наверное, да? Ну, за 100 фунтарей хватает здесь прожить. Понятно. То есть, наверное, какой-то соцпакет еще платят, да? Как? Соцпакет, ну, как бы там социальные какие-то А, ну поддержки. да, у меня ребенок, я получаю за ребенка, и есть такие, как сказать, такс-кредиты такие. Она приходит, большая сумма приходит. Ну, 10 тысяч может прийти, 15, на 20 тысяч приходит, в общем-то. Это уже большие деньги. А ребенок, ну, свои это получает деньги, это ребенка, что? Ясно. Скажи, пожалуйста, еще, Алексей, вот проблема иммигрантов с Африки как-то вот чувствуется у вас, скажем, в Англии, в Ирландии, там, где вот ты живешь сейчас? Ну, негров много в Англии. Нету, здесь Алжирских. нету, я живу нету. Может, два, там, три, не больше, честно. Понятно. Ну. Здесь нету, здесь понаехался, знаешь что? Булгары, румынцы, они, да, правильно, много. Но и то их уже хочет отсюда увольнять. Не знаю почему. Потому что они сидят на этим, как вы сказали, вот. Ну, на велфере сидят, да? Да. Они сидят на этом, не работают вообще Пособие. ничего. За детей получают еще и хотят. Ну, то есть, такое райское место, да, приехал. Ничего не делаешь, деньги капают. Можно Да, как-то так жить. и есть. Так, в Англии так и есть. Что бы ты вот ни делал, все равно тебе поможут, чтобы ты прожил. Понятно.